Представляем вашему вниманию новинки 2015 года для фидерной ловли. Удилище класса Light и Medium серии Monterey Elite. Monterey Elite – это удилище превосходного качества, изготовленное в Корее из высокомодульного графита по новейшим технологиям. Monterey Elite – это прогрессивный строй, легкость, баланс, отличные образковые данные и прекрасные вяжущие свойства. И, конечно, год гарантии на бланк. Серия Monterey Elite – настоящая жемчужина фидерной коллекции компании «Флагман». Удилище Monterey Elite Picker 270. Созданный для деликатной рыбалки, этот пикер идеально подходит для ловли на коротке с применением самых легких кормушек. Изящные мягкие вершинки прекрасно фиксируют самые осторожные поклевки, передавая в руку максимум ощущений от вываживания. И в то же время отлично вяжут рыбу при использовании тончайших поводков, не давая ей ни малейшего шанса. Небольшие озера, заводи некрупных рек, послепаводковые каналы с их резвой плотвой и всегда осторожным карасем – вот стихия Monterey Elite Picker 270. Каждый рыболов, желающий иметь в своем арсенале действительно совершенную снасть, ни на секунду не усомнится в правильности своего выбора. Оснащенная современным катушкодержателем, кольцами Sea-Guide и эргономичной рукояткой, это удилище имеет все шансы прописаться в кофрах рыболовов, ценящих красоту и функциональность. Длина удилища 2 метра 70 сантиметров. Кастинг от 5 до 35 граммов, вес удилища 150 граммов, имеет транспортировочную длину 1 метр 40 сантиметров и оснащается вершинами номиналом 1/4 унции, 0,5 унции и 0,75 унции. Удилище Monterey Elite Feeder Light 300. Новинка 2015 года из серии Monterey Elite Feeder Light 300 расширяет горизонты применения удилищ класса Light. Этому фидеру не чужды разнообразные подходы к ловле и по плечу любые подводные оппоненты. Легкий метод при ловле карася и некрупного карпа на коммерческих водоемах, классические оснастки с прицелом на любую белую рыбу небольших рек, каналов и водохранилищ, одинаково применимы с Monterey Elite Feeder Light 300. Обладая приличным запасом мощности, как для такого класса, удилище при этом прекрасно загружается легкими кормушками. Ваша рыбалка превращается в сплошную гамму позитивных ощущений от процесса работы с этой снастью. Это удилище длиной 3 метра весит 160 граммов и имеет транспортировочную длину 1 метр 55 сантиметров. Удилище оснащено кольцами Sea-Guide, комплектуется вершинами номиналом 0,5 унции, 0,75 унции и 1 унция. Тестовый диапазон от 15 до 55 граммов. Удилище Monterey Elite Feeder Medium 330. Фидерное удилище класса Medium, которое сразу обращает на себя внимание не только необычным соотношением длины и тестового диапазона, но также исключительными характеристиками. Налицо скрупулезное внимание к деталям, идеальное качество сборки и уникальность дизайна в сочетании с качественной фурнитурой. Изящный тонкий бланк создан из высокомодульного карбона с минимумом связующих смол. И на берегу все преимущества этого удилища раскроются в полной мере. Мощность, отсутствие паразитных колебаний, отменная чувствительность, прекрасные вяжущие свойства, великолепные кастинговые характеристики. Feeder Monterey Elite Medium 330 будет наилучшим выбором для ловли в труднодоступных местах, на заросших деревьями берегах малых рек и диких озер. Особенно, если вы задались целью поймать бонусную рыбу, крупную плотву, леща, средних размеров карпа. Это удилище длиной 3 метра 30 сантиметров комплектуется вершинами номиналом 0,75 унции, 1 унция и 1,5 унции. Вес удилища составляет 190 граммов, транспортировочная длина 1 метр 15 сантиметров, кастинг от 25 до 75 граммов, пропускные кольца Sea-Guide.